При этом четко поставлена задача обеспечить динамику экономического роста Могилевской области. Отработана программа с 2019 до 2025 года. Именно эта программа нацелена на увеличение объема производства товарной массы и на увеличение объема выручки от реализации продукции, которая, в свою очередь, позволит сегодня достигнуть по итогам работы за 2020 год с выходом на заработную плату не менее 1000 рублей на одного работника. Потом президентом поставлена задача в земледелии и в животноводстве обеспечить строжайшее выполнение технических параметров, ликвидировать падеж, ликвидировать бесхозяйственность и все вот эти резервы взять на вооружение и на этом поднять необходимо экономику отрасли животноводства. Сегодня большие объемы продовольствия отгружаются за пределы нашей страны. Это стоит больших денег. И то, что мы сегодня теряем, мы можем заработать и внести в копилку наше государство. Вместе с правительством нашей страны, с ключевыми министерствами, министрами нашего государства, с участием председателей районных исполнительных комитетов, служб области, руководства области, все актуализированные программы, что касается развития юго-восточного региона. В соответствии с этим подготовлен проект указа президента, который вносит дополнение тот указ, который был в 2015 году. Вот с учетом особенностей развития юго-восточной территории подготовлены все нормативно-правовые документы, обозначены параметры, задачи, на которые должен быть этот регион по итогам работы с 2019 по 2025 год. Это предусматривается строительство новых производств, расширение действующих предприятий, увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства с выходом на конкретные экономические показатели, которые бы обеспечили поднятие материального благосостояния проживающих на данной территории. Это касается всех субъектов хозяйства Могилевской области. Стоит задача о том, чтобы каждый работающий на территории Могилевской области, независимо от формы собственности, независимо от принадлежности, имел возможность заработать не ниже 1000 рублей заработной платы. Поэтому эта программа разработана специалистами, руководителями предприятий Могилевской области в районах. Она прошла соответствующую экспертизу, защиту. Она принята на заседаниях районных исполнительных комитетов. Она рассмотрена широко с участием всех заинтересованных на заседании областного исполнительного комитета и является основным документом по дальнейшей реализации.